Выражаем благодарность нашим спонсорам. Всем привет, с вами Марти и канал Airsoft Mag. И сегодня мы проведем обзор страйкбольной версии штурмовой винтовки Type 97 от компании Real Sword. Винтовка Type 97 это экспортный вариант китайской штурмовой винтовки QBZ-95, которой в последние годы активно вооружается китайская армия. Комплект поставки включает сам привод, механический магазин стандарта «Станак», который используется в М16, складной металлический шомпол, сертификат от компании Real Sword и подробная инструкция, и цветная взрыв-схема. Рассмотрим материалы корпуса. Привод почти полностью выполнен из пластика, как и оригинал. Металлическая часть только магазиноприемник. То есть задняя часть приклада – это не сталь, какой-то сплав. Ствол стальной, ТДК стальной, все остальное пластик. Магазин стальной. Камера хопапа находится в задней части, открывается шторка с введением затвора. Здесь находится регулировочное колесо. Кнопка выброса магазина находится на магазиноприемнике с правой стороны. Слева находится переключатель огня. Имеет три положения. Предохранитель, одиночка и автоматический огонь. У привода есть две антапки для крепления ремня. Одна на стволе, другая в задней части. На приводе стоят оригинальные маркировки. Аккумулятор у привода находится в рукоятке. Она очень маленького размера, потому здесь могут уместиться лишь небольшие аккумуляторы на 7,4 вольта емкостью 1100 мАч. Либо аккумуляторы на 11,1 вольта такого же размера. Коннектор стандартный идет. Миник. Привод довольно тяжелый. Его масса хорошо чувствуется. При этом он сбалансирован, что довольно редко для булпабов. Из-за тяжелого гирбокса. В данном случае это компенсируется стальным тяжелым стволом. Пластик довольно приятен, я не наблюдаю каких-то люфтов. Очень приятно лежит в руках. Кнопка сброса магазина находится в немного нестандартном месте, что поначалу немного непривычно, но со временем можно приноровиться. У привода есть стандартные прицельные приспособления. Это мушка и целик. Выражаю благодарность магазину El Soldado за привод, предоставленный для обзора. Кому он был интересен, то с вас лайк. Не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Посещайте сайты наших спонсоров и партнеров. Все ссылки есть под видео. Используйте правильное вооружение.